Классические выпады. Ноги на ширине плеч. Сделайте шаг вперед, не наклоняя туловище. Согните ногу в колене до прямого угла. Оттолкнувшись передней ногой, вернитесь в исходное положение. Внимание! Глубина шага определяет нагрузку на разные группы мышц. Есть два варианта выполнения выпадов. Первый. Короткий шаг. Эффективно нагружает четырехглавую мышцу, квадрицепс, и снимает нагрузку с ягодиц. Второй. Длинный шаг. Эффективно нагружает мышцы ягодиц и бедер, большую ягодичную мышцу и бицепс ног. Возможные ошибки. 1. Касание пола коленом. 2. Сгибание или наклон спины при выполнении. 3. Широко расставленные ноги могут привести к нарушению равновесия и устойчивости в процессе выполнения выпадов.